Добрый день! Сегодня в своем видео я хотела рассказать и показать вот такую вот аппликацию из фетра, которую можно сделать дома со своим ребенком. Это собачка. Она вот так вот выглядит в конечном результате. Здесь ничего вырезать не надо, только единственное все по схеме приклеить. Вот такие вот эскизы разноцветные. Вот выдавливаешь, скажем так, все запчасти, детальки. Бывает тяжеловато выдавливается, а бывает нормально. И вот есть такая картонная основа, там где собачка нарисованная. Это уже готовые детали, которые мы взяли с обратной стороны наклеечек. И по эскизу все складываешь и приклеиваешь. Получается очень красивая, яркая, интересная собачка. Вот у нас получилась из фетра уже такая вот готовая, красивая, яркая собачка. С обратной стороны картон. Точно такая же, как на картинке. И нам остается только отклеить ленту и приклеить к этой собачке подставку, чтобы она стояла, чтобы можно было ее вот так вот ставить, чтобы она не лежала. Вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать и показать. Подписывайтесь на наш канал и узнайте много чего полезного и интересного для себя.